В рамках реализации партийного проекта «Единая страна. Доступная среда» одинцовские депутаты-единороссы встретились с коллективом физкультурно-оздоровительного клуба для спортсменов-инвалидов «Одинец». Здесь занимаются не только взрослые, но и дети. Как сообщила член политсовета местного отделения «Единой России» Лариса Белоусова, на базе клуба люди с ограниченными физическими возможностями могут посещать тренировки по адаптивной физической культуре, плаванию, гиревому спорту и другим видам. В клубе преподают тренеры высокого класса с отличным знанием адаптивной физической культуры. Занятия проводятся 6 дней в неделю. Часто проходят соревнования.